Снова метели, снегопад. Красноярские спасатели предупреждают, этой ночью возможно резкое ухудшение погоды. По центральным и южным районам края ожидается сильный снегопад, плохая видимость и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. На автодорогах сохранится гололедица, снежный накат. МЧС рекомендует водителям-новичкам не выезжать на дорогу, а остальным быть внимательнее и сохранять скоростной режим и дистанцию. Такая погода во многих городах Сибири. Так, администрация Кемерово сегодня ограничила движение большегрузов в городе. Обильные снегопады там идут второй день. Накануне дорожной службы вызволили из снежной ловушки 9 фур.